Боевые искусства укрепляют не только тело, но и дух. В Иванове открылся центр по обучению самообороне и единоборствам «Эра Клаб». В просторном зале будут проводить индивидуальные и групповые занятия. Прийти сюда может любой желающий, пол и возраст не имеют значения. Инструкторы клуба уверяют, что занятия также помогают снять напряженность и расслабиться после тяжелого дня. Мне просто нравится эта тема, нравится вообще вот сама возможность как-то выпустить пар, расслабиться, вот это вот то есть состояние, когда ты в контакте с другим человеком, то есть это спарринг, это вот такие вещи. Меня это просто всегда с детства, наверное, очень было интересно. У меня папа боксом занимался, вот поэтому. Умение постоять за себя будет особенно полезно ребятам школьного возраста, у которых есть проблемы со сверстниками. Опытные инструкторы научат нескольким простым, но действенным приемам, с которыми подросток будет чувствовать себя увереннее. В честь открытия клуба сотрудники устроили показательное выступление. Обезвредить противника можно с помощью нескольких несложных движений. Мы в первую очередь во главу угла ставим работу с детьми. Мы видим отдачу от этого. Мы видим детей, которые приходят неуверенные в себе, зачастую имеющие проблемы в коллективе, очень стеснительные, закрытые. Занимаясь у нас буквально месяц-два, мы видим, как дети меняются, как это меняет их жизнь. Для тех, кто только планирует познакомиться с единоборствами, разработана интенсивная программа обучения. За короткий срок инструкторы поставят основные навыки самообороны. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.